Всем большой-большой привет. Вот и я. Большинство захотело посмотреть видео с большим кусочком. Я ковыряла пластиночки, но большинство захотели именно большим куском. Смотрите, какая глыбка большая. Это у нас акбулак. Смотрите, какой срез у нее. Просто класс. Вся начищенная. Заказывала у Константина Меловой из Тюмени. Почему-то думала, что у меня пересорт какой-то, потому что, ну, не верила сначала. Сначала мне акбулак не понравился, я думала, какой-то пересорт. И заказала для сравнения у Натали из Челябинска 0,5 килограмма. Она мне прислала чуть-чуть побольше. Так, вот она. Не знаю, правильно, неправильно, как держать акбулак. 558 грамм прислала, в общем, перевес. Сухой пришел мелочек. Прям начищенный хорошо. В общем, хотела еще такое заявление сделать. Сейчас поговаривают, что YouTube, скорее всего, закроют день на день. Поэтому, возможно, мы с вами скоро не сможем увидеться. Но кто хочет со мной поддерживать связь, может перейти на Яндекс.Дзен. Я вот скидываю ссылочку в описании. Там ссылка есть на мой новый канал. Там уже есть подписчики, просмотры идут. В общем, всем спасибо, кто подписался туда. И кто желает подписаться, чтобы не терять со мной связь. Конечно, очень привыкла и к Ютубу привыкла. Уже даже не знаю, как мне быть дальше. Ну, в общем, кто не хочет со мной потерять связь, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Так что, ну, пока буду закидывать видео. Хотя уже монетизацию отключили. Уже ничего не зарабатываем, но все равно по возможности буду видео закидывать и на YouTube, и туда. Ну, возможно, скоро просто закроют. И, в общем, заработала я свои $100 первый раз за все это время. Снимаю я уже второй год видео. Ну, закидывала каждый месяц по, ну, $4, по $5. И вот за это время я насобирала вот $100, сняла. Получается, за, я не знаю, за март или за март, наверное, сняла. Вот. Да, в марте я сняла, получила. 22 числа закинули на карточку. Вообще не верила. Муж даже сказал, молодец, заработала. Как бы он всегда против, зачем ты снимаешь, свое время тратишь. Мне это просто нравилось. Для меня это было не заработком, а хобби. Ну, как бы лишнее не помешало. Так что вот я заказала мелочка. Глинки, как бы все деньги туда ушли, короче. За доставку очень дорого взяли, в общем. Но все равно мелочь, но приятно. Такой красавчик у нас. Ну, давайте, а то болтаю. Очень вкусно. Некоторые говорят, что акбулак соленый. Но он для меня какой-то сладковатый. Прям вкус бетона. От большого куска тяжело откусывается. Сахарочек.
Завтра иду в парикмахерскую докрашивать свои волосы. В общем, мне нравится вообще, так привычно уже. Сначала было непривычно, уже привыкла. Ну, это не конечный результат. Волосы будут другого цвета. Я его немного расколола. Вот такая вот у меня чудо-фигурка получилась. Потому что неудобно откусывать, он очень твердый. В середине вообще сладкий. Иногда попадаются такие песчинки, наверное, ракушки, бегемоты. Взяла вот такой вот кусман огромный. Это у нас старый оскол. Тоже очень вкусный, очень насыщенный вкус у него. Вкус прям штукатурки, побелки, пыли. В общем, все вкусы, которые я люблю. Он даже видно, что он состоит из мелких-мелких песчинок. Попадается иногда прям песок, поэтому очень аккуратно его надо есть. Очень насыщенно. Очень-очень сухой.
хоть и сухой сорт, но он так залипает. Прям прилип везде. Ну вот, я и нахрумкалась. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Всех люблю, целую. Пока-пока.